Елена Карлова – ветеринар и эксперт по редким видам зверей. Она один из немногих специалистов в Поволжье, ведущих работу с крокодилами, черепахами и амфибиями. После участия в проекте «Мама-предприниматель» Елена решила открыть свое дело. Ее зооцентр предлагает услуги по уходу, содержанию, воспитанию и сбалансированному кормлению любого вида животных. Однако с последним возникли проблемы, когда привычные импортные корма исчезли с полок. Но Елена быстро нашла выход из этой ситуации, запустила свою линейку кормов. Вообще огромный респект российским предпринимателям. Быстро взяли в свои руки много каких проблем, в том числе и я. Вместо вот таких вот паучей я запустила свою линию паштетов, свою линию влажных кормов. То есть вместо вот такого пакетика вы можете купить 500 грамм и кормить 7 дней. Кормить этими паштетами и влажными кормами можно и кошек, и собак. Натуральные ингредиенты полностью отечественного производства подходят всем. Хороших вам новостей!